себя птичкой. Достаточно весело. Всем привет! Мы находимся на стенде компании Гексагон. И сейчас я немного расскажу вам о новинке, которая анонсирована на выставке Интергея 2019. Это новое устройство для 3D-реальности. Это BLK2GO. Вы уже, наверное, знакомы с таким продуктом от корпорации Гексагон, как BLK360. Ну, собственно, это его логическое продолжение, да? Сегодня популярность использования ручных сканеров набирает обороты, и Гексагон, как мировой лидер производства технологий для сбора геопространственных данных, как бы сохраняет тенденцию и выпустила данный продукт. Немного об устройстве. Оно достаточно легкое и удобное, да, для использования. Управление прибором производится с помощью приложения, установленного на телефон. То есть вы видите в режиме реального времени всю вашу съемку, которую производите. Съемка производится с обзорностью 360 на 270 градусов 300, ну, то есть полная сфера. Каким образом сшиваются данные? Надо отметить, что технология геослэма, ну, слэма, да, сама, она уже достаточно давно известна, но Leica пошли немного дальше, и они объединили три способа объединения данных, автоматическая, да, сшивка. Это стандартный слэм, когда точки привязываются друг к другу, да, то есть данные к данным. Это устройство инерциального блока, то есть IMU, установленный на сам прибор. И визуальная система, то есть три камеры, Visual Inertial Systems, да, так называется это у Leica. Технология похожа на RTC360. Объединяя все эти три, технологии, мы получаем идеально сшитое облако с точностью примерно 15 мм. Дальность действия этого устройства около 30 метров. Ну, учитывая, что производится автошивка, то дальность тут не особо важный параметр. Скорость съемки 700 тысяч точек в секунду. Вот, и вы перемещаетесь, ну, со своей нормальной скоростью, что, в принципе, для сбора данных вам будет достаточно. Устройство хранится вот в таком кейсе. В кейсе идет три аккумулятора, один в приборе. Одного аккумулятора хватает примерно на 45 минут рабочего времени. В скором времени надеемся, что это появится у нас в России, и мы все станем счастливыми пользователями этого великолепного прибора. Как вам такое?